вечер, дорогие друзья, которые пришли сегодня к нам в Колумб. Колумб у нас сегодня, Колумбу 29 лет. И вот среди организаторов этого Колумба был Владислав Кулаков и Евгений Чанина. Поэтому сегодня, которая нас покинула 4 декабря, сегодня этот вечер посвящен ей. Сейчас первое, в начале, мы должны спеть песню, которая называется «Гимн Колумба», на слова Евгении Николаевны Чагины, а музыка Владимира Гулько. Так можно, можете подпевать. Да, я еще несколько слов скажу, что когда я пришел в первый раз в Колумб, это было как раз в 1998 году, была вот, кроме Чагина еще на стихи, и тоже нет среди нас. Лидии Николаевны Долгодровой. Тоже мы чудаки, ночами нам не спится, рифмуем строки, не смыкая глаз, краят литературные страницы, следы событий, вдохновивших нас. Вот. Это у меня вот на этих двух поэтов получились песни. Ну вот одну из них сегодня мы с вами исполним. Паруса наши ветром, не к лицу нам об этом грустить, ведь полны паруса наши ветром. Мы все такие разные в Колумбе собрались, и жизнь у нас прекрасная, колумбовская жизнь. И жизнь у нас прекрасная, колумбовская жизнь. Навстречи мы приветливо спешим, забыв дела, чтоб дружба меж поэтами крепчала и росла, чтоб дружба меж поэтами крепчала и росла. Иногда нас на зыбких волнах мимо цели уносит течение, но об этом не ведаем страх, твердо верим в свое назначение. Но об этом не ведаем страх, твердо верим в свое назначение. Да мы не зря все прожили так много вместе лет, плохие или хорошие, но вышли книжки в свет. Плохие и хорошие, но вышли книжки в свет. И Кулаков наш капитан Колумба пользы для, хранит трудов наш капитан в валюте и в рублях. Хранит трудов наш капитан в валюте и в рублях. Я немножко на себе внимание, посвященное тоже Евгении Чагиной к одному из ее к дню рождения Евгения Николаевна Чагина. Солнцелика, светлоока, русской красой глубоко, даром творческим богата и полна любви всегда ты. Веяние ее послушно, оптимизм льешь в наши души. Дорогие друзья, я очень рад, и мы все колумбовцы, то, что пришли, заполнили зал. Значит, помните Евгению Николаевну Чагину, нашу замечательную поэтессу, вообще прекрасного человека. И ее основная черта – это была жизнерадостность. Все ее книги наполнены именно этим. И они вот сейчас еще есть книги,
последняя ее книга, которую она выпустила. И до этого есть календарчики. Поэтому так она проводила свои презентации, дни рождений. А также она вела у нас встречи и дни рождения Колумба. И 30 число в 88 году, почему, очень кратко, произошло это рождение. Оно не просто какое-то относительно дата, оно вписалось в историю города. Потому что газета «Рыбинские известия», тиражом 55 тысяч экземпляров, выпустили литературную страницу, которая была составлена литературным советом. И, значит, эта страница стала основанием днем рождения Колумба, потому что таких ли страниц с анкетой еще не было, потому что 4 года нас читатели анкетировали, мы определяли, какие стихи будут победителями, и мы устраивали турниры, встречи, очень бурно была с 88 года жизнь, и там везде участвовала Евгения Николаевна. Она отличалась тем, что очень хорошо могла читать стихи, что свои, что какие нужно. Поэтому на турнире она всегда побеждала. Мы ее сначала наградили лентой победителя поэтического турнира, потом короной. И хотели устраивать третий турнир, а поэты говорят, мы не будем участвовать, там все равно Чагина победит. Но мы же говорим, вы же сами оцениваете. Вот. А она вроде как... И поэтому так турниры у нас прекратились. Но Евгения Николаевна шествовала и по Рыбинску, и по другим городам. И увидите сегодня, что она и в Москве была на передаче «Малахов плюс». Она-то заболела. И тем не менее, все время ходила к нам в Колумб. И в плохом состоянии. Мы тревожились за нее. Беспокоились, и в конце концов Колумб, особенно Валера Погодин, ухаживали за Евгенией Николаевной, пытались облегчить ее последние дни жизни. И это нам удалось. Так что она умиротворенно, окруженно заботой, ушла в иной мир. Об этом мое стихотворение. Хотя я с Чагиным написал где-то 5 стихотворений. На уход Евгения Чагина из творческого мнения Колумба. Родилась ты летом, а ушла зимой, одарила светом иволки земной. Просверкала ярко, рассыпая стих, всем была подарком, без тебя мир тих. Как мы некрасивы, как мы не вольны, но такой силой не наделены. Маленького роста, но всегда мила, весела, как толстый, только вот была. Жить нам без парада, без огня любить, вот кому бы надо вечно с нами быть. Утешение только книжек ее крик, видео и фото, и календари. Как она умела иволгою петь, многое сумела в небе ей извинять. Вот она у нас с иволгой едет. Представляете слово Тамаре Зарёвой. Это тоже стихотворение о Чагине. Цвела Чагина ярким цветком, стихотворным Колумба в букете. Она смело жила, с огоньком, все искала любовь на планете. И любовь находила ее, накрывала своим покрывалом и дарила Евгения сердце свое. Чувству всю себя отдавала, легконравна, весела, как птичка. Говорить о ней не хочется была, шаловлива, просто невеличка. На одной земле со мной жила. Светлым лучиком судьбы моей коснулась и в Колумб реально привела.
Жизнь оттанцевавшая развернулась и в мирной студеным днем ушла. В человеке много разных красок, вся палитра в каждом есть из нас. Чагина была вся человечек праздник, не хватает здесь ее сейчас. И не плакать нужно, а смеяться, не скорбеть, а вместе танцевать светлой песней и веселым танцем, новыми стихами поминать. Пусть все светлое в сердцах сейчас проснется, пусть весь мир захочется любовью одарить. Чагина — наш флаг и наше солнце. Колубин Чагину не сможем позабыть. В этот хмурый январский вечер в малом зале дворца ОПЦ будет в памяти Чагиной встреча. У пришедших в печальной лице. Жаль, покинула нас поэтесса, птицей в небо душа унеслась. Тише, слышите глаз поднебесье? Здесь я, с вами, родные сейчас. Я всегда буду с вами, поверьте, я стихом и молитвой жива. Вы читайте их, люди, и верьте, что бессмертны дела и слова. Пойте песни, а слезы утрите, ведь улыбка дороже слезы. Вы с улыбкой по жизни идите и дарите друг другу цветы. Пусть стихи мои вам помогают, счастье, радость несут или печаль. В жизни всякое, братцы, бывает, время мчится так быстро, а жаль. Вы сегодня милы и красивы, дайте мне на всех вас посмотреть, чтоб набраться в душе моей силы и на небо домой улететь. Это стихотворение написал мужчина, Виктор Матвеев. Вот он сидит в колясочке. А теперь у нас по программе фильм о Евгении Чагиной. Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я дома, ото всех свои взгляды храня, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтоб все так же смотрел. Рады вас приветствовать, рады. Проходите. Геннадий Петрович, Леночка. Присаживайтесь. Если не секрет, Евгения Николаевна, сколько вам лет? Мне? Да. 21. До 100 не хватает. Скажите, что вам помогает забыть о возрасте? Забыть о возрасте? Самое главное... Это вот, знаете, очень вижу, наблюдаю жизнь. Приходят или с работы, или с гуляния, или с лавочек, на которых сидят. И наедятся как следует, поужинают и лежат. Телевизор глядят 15 часов, не вставая. Вот так-то. Вот тебе, пожалуйста, где фигура? Все сюда пойдет. А я все время на ногах. Я все время бегаю. Спасибо. Я а куда бегаете-то? Куда бегаете? Я бегаю везде и по городу. Если немножко настроение неважное, пошла на рынок, пошла по магазинам. Знаете, сколько знакомых встретишь там? И приходишь домой, переговоришь со всеми. Другая жизнь начинается. На свидание женщина идет. Женщине 70-й год. Прифронтилась. Тени, каблуки и легко шагает вдоль реки. Ждет ее с достоинством одет средних лет мужчина, но не дед. Внуки удивились. Ну дела! Старики совсем сошли с ума. Ну какая ж старость и любовь? Спрашивают внуки вновь и вновь. А в глазах у бабушки рассвет. Первое свидание в столько лет. Встреча состоялась на мосту.
Он стоял, как воин на посту, руки ее нежно целовал, а затем до дома провожал. Сердца два, как ручейки, слились. Одинокой уж не будет жизнь. Счастье разве только молодым, счастье нужно старым и седым. Прочалась жизнь, судьбу верша,
Но живо строк твоих искусства, живет в стихах твоя душа. Добрый вечер, рыбинцы. С 29-летием мой колонн. Ну, конечно, у нас немножко грустно, да, тоже, потому что не стало Евгения Николаевны, нашего руководителя. Но ее не только здесь знали, знали у нас в квартире, у нас в Калуге. Она приезжала в Барокко, выступала, у нее там подруга есть в квартире. И у нее очень много стихов, но всегда она почти читала стихи про любовь. Я вам сейчас прочту одно стихотворение, называется оно «Ромашки». Мне ромашка подмигнула, не туши тебе скажу, что минуло, то минуло. Я же впредь наворожу, лепестки мои срываю, ты узнаешь наперед. И судьба твоя какая, и кто любит, и кто ждет. Я подумала, ну что ж, наберу большой букет. Пусть побольше наворожу и раскроет твой секрет. Пусть как в зеркале покажет, твое сердце обнажит. Пусть букетик честно скажет, отчего душа болит. Я ромашек тех букетик в поле много собрала. Удивительный ты цвет, ведь их прям не солгала. Ну и свое небольшое. И свое небольшое стихотворение, посвященное нашей Женечке. Маленькая женщина с большой душой. Маленькая женщина, жизни океан. Маленькая женщина, словно талисман. Женечка, Евгения, посмотри сюда. Видишь, собрались здесь все твои друзья. Свет ты излучала, нам его даря. О любви мечтала, видимо, не зря. Нет сейчас ромашек, за окном зима. Скоро снег растает, и придет весна. Зацветут ромашки, белые цветы. Кто-то погадает, как гадал ты. Еще раз праздником болезнь. Козлов Вячеслав, пожалуйста. Ну, Евгения Николаевна, и что, как можно сказать, Колумба, вы вместе выступали, и читали много раз. Я однажды написал на ее стихи романс. Давно-давно это все было. Не уходи. Не уходи, когда в природе осень, когда идут холодные дожди, даже небо пасмурного просит, кричит тебе, постой, не уходи, кричит тебе, постой, не уходи. Не уходи, когда пурпур заката тебе прошепчет, подожди. До рассвета подожди, до ручейка звенящая соната зовет тебя, зовет, не уходи, зовет тебя, зовет, не уходи. Не уходи, пусть снова голове лето, запоздалого письма. Не уходи, ведь солнечного света так мало несет зима. Так мало несет зима. Спою она просила.
просила меня туда спеть на мои стихи, романсы нравятся. Вот спой, вот сгадка, ну, действительно, это похоже. Ах ты, сердце мое, что ж так бьешься одна Бога, или грустно тебе все, или так уж одиноко, извела ли тебя печаль, или мальчика кручила, или весел дружных жаль, или любовь тоски причина. Не волнуйся, стучите ровней, и к чему твоя тревога будет ревность ней. Человек, который всю жизнь искал любовь, имел любовь,
радовался любви и дарил любовь. Вот что важно. Вот я написала ей такое. Называется «Мы с женщиной. Великий шаг». Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство, сказал когда-то Пастернак про наши с вами свойства. И если женщина поэт, как Чагина Евгения, сведет с ума весь белый свет, и в этом нет сомнения. Вся жизнь ее любви и творение, и потому поет о ней, поет с надеждой, упоением, всех увлекая, как орфей, любовью к жизни строки полны, к родимым волжским берегам, и рифмы бьются, словно волны, даруя музыку сердцам, стучит ритмично каблучками, танцуя, кружится быстрее, всегда горит, кипит страстями, и все неровно дышат к ней, и годы в осени помеха, любовь превыше на земле, и молода царица смеха, горцуя с блеском на коне, ее сердечно поздравляем мы с новой мирой стихов, и все мы вместе пожелаем любви, надежды, веры вновь. Сегодня, конечно, мы уже не можем ей желать, но мне кажется, и там она будет любить, и она будет творить. Потому что и там есть слово, и сказано в Библии, сначала было слово. Добрый вечер. Я не так много знакома с Евгением Чагиной, но это поистине потрясающий человек, когда почитаешь ее стихи. Я выбрала вот одну из тех, которая мне понравилась. Называется оно «Люби человек». Не дождем проливным, может, мелкими каплями с крыши, в нас уходят года, мы порою друг друга не слышим. Незаметно сгораем мы в сутолоке ночи и дня, чаще жизнью играя, раздаем по частицам себя. Оглядеться однажды, подумать, представить, вот опять чья-то жизнь оборвалась навек. Мы живем без программы судьбы, нам ее не составить. Будь добрее друг другу, люби человек. Спасибо. С Евгением Чагиной я знаком давно, но как с поэтом я с ней общался очень мало. И только последние вот годы я, последние два года, был внутри с ней, так сказать, знаком и общался. По календарю опустил одно из последних фото Евгения Николаевна, где она гороскоп по ее лев и с альбом она там показана. Живая, любима всеми поэтесса. Ну, что сказать, она ушла, но не пропала. Оставила свои стихи, любовь свою нам посвящая, дарила искорки души. Евгения Николаевна была большой души человека, и она писала очень много, и основное было любовь и любовная тема. Евгения Николаевна была счастливый человек, и это я вам сейчас, в общем-то, и вы чувствуете, какая у нее была аура могучая, какая у нее харизма. Мы все покорены и восхищаемся ее творчеством. Евгения Николаевна, будем так говорить, счастлива в каком плане? Ее стихи доступны и понятны. Говорят, когда тебя понимают, это счастье. Большое счастье, когда тебя любят, и настоящее счастье, когда любишь ты. Вот Евгения Николаевна, можно прямо назвать кавалером всех трех степеней вот этого счастья. Она понимаема, она любима, и она любила всех нас. Очень здорово о ней сказал еще в середине ее творчества наш колумбист, это Колумбовец, да, Валерий Щельников. Это непередаваемый, так сказать, запас ему, он давал ей
того, что она, как она творит и что же она, что еще она может. Талантом Чапина, как роза расцветает, экспромтом искренне и шуткой веселит, когда в то свои стихи читает, как ум и сердце в ней велит. Она как мир, большая поэтесса, уже и издана, не купишь ее книг, но все равно в поэзии принцесса. Кто глубины стихов ее достиг? Сравниться с ней не всякий гений может. Беда лишь в том, что мы живем в глуши. Молю Всевышнего, пусть он ей поможет. Но только Чагин, пиши, пиши. Я думаю, что все очень здорово, все организовано. Это талант, талантный человек, он, конечно, заслуживает этого. Но я для того, чтобы все вы присутствующие, я думаю, приглашаю, приходите в клуб, там еще много интересного, замечательного. Подарите, может быть, что-то свое, откроете, внесете свежую струю в работу творческого объединения «Колонии». Песен вам еще не хватает, да? Валентина Блаженова, пожалуйста. Какой-то год мы также проводили с колумбовцами день рождения Колумба. Вела, как всегда, у нас Евгения Николаевна сидела за столом. Я песню запела, прошу певницу и показываю на нее. Она: «Ты что?» А потом после концерта и говорит: «Валентина, а что ты на меня так вот показала? Ведь я не соперница, а я дружин. Ну не покажу же я в зале, а ты у меня под рукой, я и показала». Так вот я и ей полюбилась эта песня. У меня моя соперница хочет миловать бить, только зря она старается, ей меня не погубить. Я сама хмельная ягода, я сама дурман трава, знаю я, какие надобно приворотные слова. Говорят, любить зимой, значит, дома быть одной, на морозе стынет кровь.
слов не согреет и любовь, но не буду я страдать, только валенки достать. О-о-о-о, только валенки достать, валенки, валенки, и прячь, моя маменька, все равно их найду, на свидание пойду. Разговоров не боюсь, мимо валенков пройду. Пусть морозит горячей, сердцу станет веселей. Буду валенков ходить, буду милого любить. О-о-о, буду милого любить. Валенки, валенки, прячь, моя маленька. Все равно их найду, на свидание пойду. Понравились, я выбрала вот такое красивое стихотворение ее, называется «Случайно». Счастье ждем мы порою года, чтобы однажды пришло навсегда, чтобы сердце вдруг жарко забило, чтоб явила судьба свою милость. Было лето и дружеский чай, я взглянула совсем не вначале. Боже, сколько во взгляде тепла, этой мыслью тебя обожгла. С юной силой кружит голова, и ненужными стали слова. Только руки, коснувшись рук, тихо слышали сердце стук. Вот это у нее было написано в 2003 году. Евгения Николаевна написала не только стихи, но писала и прозу. Вот у нее очень есть нежное, оно не стихотворение и не проза, а между что-то этим. Называется «Про тебя». Когда меня нет дома, ты приходишь и оставляешь в дверной ручке небольшой букетик полевых цветов, если это лето. Когда меня нет дома, ты оставляешь сухую веточку березки, если это осень. Ты приходишь, а меня нет дома, оставляешь первые весенние цветочки, травинки, если это весна. Но бывает, ты пошутишь, когда меня нет дома, и оставляешь в замочной скважине спичку или сухой прутик, если это зима. А однажды ты спрятал одну из лыж, оставленную мною в дверей после прогулки. Ты спрятал ее на окне лестничной площадки, я долго искала, а когда нашла, то догадалась, что это был опять ты. А когда не оказывалось ни веточки, ни прутика, ни цветочка, ты складывала несколько раз коврик у моей двери, и я точно знала, это был ты. Ты всегда оставлял память о том, что ты приходил. Но теперь тебя нет в этом мире. Я прихожу, и дверь в квартиру уныло смотрит на меня. Она тоже скучает и помнит о тебе. Я люблю тебя. Правда, красивое стихотворение? Евгений Николаевич, не говорит. Светло, потому что этот человек был очень жизнерадостный, с ней очень легко было общаться, мы знакомы. Познакомились в Колумбии в начале 90-х годов. Вот. У нас даже был небольшой дуэтик, мы романсы какие-то переделанные пели, сейчас я уже не помню. Ну и достаточно легко было с ней общаться, и такой генератор был. Грустно, конечно, говорить, потому что время очень скоротечно. Песню, которую первую я хочу спеть, это называется «Баллада о табуретке». Один краевед и одна краеведка однажды во враге нашли табуретку. Они по округе ходили кругами, была табуретка со всеми ногами.
ногами за мхи из рябиновой ветки, ногами с березутом табуретки. Четвертое, что поровнее и строже, как будто бы даже из пихты похожи. На пол ее мастер поставил устало, когда сотворил из того, что попало. Потом преподнес молчаливо соседке, и все закрутилось вокруг табуретки. Роскошные елки на ней не лежали, друзей на дорожку с нее провожали, за стол зазывали и вальсе кружили. Потом забывали и снова дружили. Бывало с нее непослушные детки, тайком из букета таскали конфетки. Таскали все, невзирая угроз. Была она пристанью и паровозом, была кораблем, уходя постепенно в туманные дали космотой вселенной. Огромные сцены мелочью были, забытым. Обычное дело для всех табуреток, подставка к пыльным икстом таблеток. А дальше, вы знаете сами, упасть, опрокинуться пред небесами и выдать из хохма гардина. Потомки, потомки, как слушайте пыльки, для вас присылаю привет с табуретки. Один краевед и одна краевка опубликовали в газете заметку. Потомушка была обнаружена ей, даже, можно сказать, зажигалочкой такой.
И если мы возьмем сборники ее стихов и перечитаем, то, наверное, все отметят, что 90% ее стихов были о любви. Она любила жизнь, она любила поэзию, она любила людей и всю жизнь свою посвятила людям. Поэтому я сегодня прочитаю стихи тоже о любви. Ну, каким-то образом ей посвященным. Мы с ней очень хорошо дружили. Так любила Эдит Пиаф, так любила и Анна Герман, ласку, нежность, любви отдав, и ничуть не жалели, наверное. А в сиянии любящих глаз лебединая песня звучала. Эта верность была без прикрас, она чувств красоту венчала. То святое любви ремесло источать и восторги, и радость так, чтоб души друг другу влекло погружаться в ту тайную сладость. Чист любовью высокий свет, волшебство ее свято, божественно, нет запрета, канонов нет, только щедрость природная женщине. Я была знакома с Евгенией Николаевной и всегда восхищалась ее легкостью. Ее встретишь, и настроение сразу делается такое возвышенное. И так хочется улыбаться всем, как улыбалась всем она. От любви не бегите, не надо. Мы ее не придумали сами. Ведь дается она, как награда. Все увязано, все с небесами. Если вам одиноко, тоскливо, если вдруг одолело вас прошлое, отпустите. Пусть следует мимо, пусть в душе будет только хорошее. Никому и ни в чем не завидуйте. Жизнь ведь каждому небом начертана. Кто-то в золоте ходит, вы видите, кто гроши собирает. Наверное, счастье вовсе не в роскоши, в золоте, в ликовании сердца, поверьте, от излишества люди злобные. Жадность, зависть порой ведут к смерти. Чем добрее душа, вековечнее, в ней прекраснее свет проявляется. Будьте в жизни вы человечнее, и от этого жизнь удлиняется. Наступит время, мы уходим. Уходим в вечность навсегда. Где потеряем, где находим, порой не знаем когда. Жизнь пролетает, как в мгновение. И кажется, еще вчера мы были юным поколением, таким, как нынче детвора. Казалось, жизнь такой длинной, открыта бесконечность дверь. И все мы верили наивно, нас не коснется слова смерти. И мы идти скорее стремились туда, вперед, к своей мечте, как вдруг часы остановились на роковой судьбы черте. Никто не знает, сколько Богом ему отмерено пройти по сложным жизненным дорогам, что потерять, чего найти. И никогда мы не узнаем, что будет дальше после нас, но память о себе оставим слезинкой, выпавшей из глаз. Уйдет душа в миры иные, умчится птицы в никуда, но помнят о тебе родные и верные друзья всегда. Бодраков – это наш давний друг. Он же всегда. Евгения Николаевна была для меня очень таким добрым, хорошим другом. Мы с ней познакомились в 79-м году, когда я первый раз в составе ансамбля МВД поехал на конкурс на областной, она была там ведущей.
Я думаю, она бы не одобрила наши грустные лица здесь. Я нашел такое стихотворение, которое она, наверное, исполняла только для своих друзей. И сохранил ту мелодию, которую она пела акапельно. И такая песня у нее хорошая получилась. Называется «Хочу молочек». Она же всегда была жизнерадостной, веселой. Я видел ее иногда грустной, только не грустной, а сосредоточенной, когда она Славу Кулакова ругала там за что-то. Больше никогда я не видел, чтобы она была. И вот такая у них, можно сказать, ее песня «Хочу молочек». А в чаючинке плаваю, а в пруду лягушки квакаю, и уже на сердце оттепель, а потому что в нем весна, а только вот никто не сватает, а вроде папа и приятная, молода была я теперь, а мне не так. На лавочке посидел, он был в отставочке, а говорил: ты мне нравишься, ах, до чего же хороша, приятно все-таки, да. А посмотрел он на полковничка, а ничего, на бледного мордочка, за как с ним ты состаришься, ведь еле держится душа. А мне мужчины еще нравятся.
стало в этом впечатлении. Вот у меня сегодня ровно 15 лет, как я в Колумбии. Первый раз в 2002 году выступил. Я бы еще одну песню спел, но мне для этого нужен маленький телефон. Если женщина мне молоточек придет. Кому не жалко. Эта песня, не поверите, из репертуара народного казачьего хора города Краснодара. Там есть такая солистка, ей уже тоже по 80. И она поет такие песни про мужей. А вот сейчас я песню вам спою, не про чужую жизнь, а про свою. Как ее я прожила, сколько же год с ума свела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня был первый муж грузин. Ой, да чего ж красивый сволочи был. А на мои деньги не носил, только пап чужих водил. Ох, уж и намучилась я с ним. А второй был русский, да дурак. Все ему не денег да не дал. А то я борщ плохо сварила, а дочери не зашила. Не угодить ему было никак, ой, господи. Ну а третий муж добыл мордовин. С работы вечно пьян приходил. Он на черников набьется, да придет со мной дерется. Ой, как разделалась я с ним. Ну а тут якут в меня влюбился, только спать со мною не ложился. За мой король звал женушка Рожинка. Ой, но только не работала машинка. Ой, мама, не бежала. Бред последний муж Наталья был. По-русски очень плохо говорил. Но последний муж на мой похол, а по гороскопу скорпион. А до чего насбергаться мне, разделаться никак. Вот уж 35-й год живем, ой, маемся да живем. И вот бабушки, ой, вам наказ таков, а не меняйте разных мужиков. Знайте, что они того и не стоят ничего. Так давайте жить без мужиков. Ой, что-то я не туда поехал, да? Я живу без мужиков. А-а-а, хотелось я совсем. Ходи, бали, мани того и не стоят ничего. Нет, не виновата нам без мужиков. Я знаю очень-очень давно. Чагина для меня сватья, можно сказать. Когда она проводила творческие вечера на полиграфе, она подошла к нам и говорит: девчонки, помогите мне, чтобы люди приходили, ведь у нас такие хорошие мужики ходят на наши творческие вечера. И вот я на одном из творческих вечеров встретила там свою половинку. Благодаря Чагиной сидели вместе за столом. Мой будущий муж угощал нас мороженым, лимонадом. И вот благодаря ей 6-й год я уже живу со своей половинкой. Я очень довольна, я благодарна ей, я счастлива. Евгения Николаевна, вы всегда будете живой с нами. Ваш образ. Вот я сажусь дома, открываю книжки ее и читаю. Вы подарите женщине любовь, мужчине, сделайте ее счастливой.
Необъяснимым светом вспыхнут вдруг ее глаза, и будет мир красивым. Вы подарите женщине мечту и в тайну сердца дверку приоткройте. В любой из них найдете доброту, и вместе с ней прекрасный мир шагнете. Вот такие красивые стихи, которые вот душу бередят, заставляют и мурашками покрываться, и плакать, и все. В общем, очень люблю ее стихи. Очень люблю. Спасибо. Я хочу сказать, что с Евгенией Николаевной мы познакомились еще до образования Колумба. А познакомилась я с Евгенией Николаевной сначала по страницам газет «Рыбинских известий» и «Новой жизни». А потом уже с ней встретились на одном из совещаний, как та и другая мечтательные корреспонденты местной газеты. Коротенькое стихотворение, посвященное Евгении Николаевне. Она была женщиной яркой и знойной до самых седин, умела держать свою марку, любила стихи и мужчин. К стихам приобщилась не рано, но вышел отличный поэт. Была в РВД капитаном и в прессе оставила след. Не ведала сердце покоя, по жизни уверенно шла. Запомнил ее мы такую, какую при жизни была. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Про Евгению Николаевну и про ее стихи я могу говорить долго. Мне довелось вместе с ней и не связалась на практике поэзии. Нас прислали друзья поэта Цветаев. И на всех ее концертах и предпосылках я читал ей экспромты. Поэтесса молодая, не спеша на сцену вышла. Зал в восторге замирает. И без микрофона слышно. Сколько людей, тоже знает, губы цвета спелой вишни. Как она стихи читает, комментарии и лишние. Осыпает тополь тополинки на кусты, деревья и тропинки. Запахами пряными щекочет. Удивить весной прохожих хочет. Поле называется опьянение. Осыпает тополь тополинки. Белая береза грязинки. Клен свои роняет человинки. Ольха, конечно, ольховинки. Падают осенние снежинки на кусты, деревья и тропинки. Нож щекочет этот запах пряный. Идет прожим, будто пьяный. Без желания пьяный, по неволе, а в крови ни грамма алкоголя. Спасибо. Дорогие друзья, наше творческое объединение «Колумб», оно, так сказать, имеет знаки. То есть это знаки, как бы еще оно не родилось в 88 году, а до этого уже родились некоторые, может быть, не непосредственно, но косвенно. Например, у Нины Алексеевны Смирновой, которая была 4 года секретарем Колумба, первый год. И вот на даче вы как раз видели у нее с Адриановичем. У нее мать родилась 30 января. Более того, наш, как бы, и колумбовец, или друг, чаще, можно сказать, родился. Ибо и круглые даты. Это Борис Лебедев. Вот который сегодня фильм-то смотрели «Солнышко ты мое», Чагинка поет. Вот и здесь родственники, и вот Людмила, она у нас дочь его. В общем, папа у меня
тоже, значит, это 78 лет, в 2011 году он ушел. И просто я хочу прочитать его, ему сегодня день рождения, было бы 84, его стихотворение. Как раз последнее стихотворение он написал в октябре 2011, в октябре он ушел. Шаги мои замедленные и тихие, день солнцем напоен, впервые не спешу, и в золотые на асфальте блики, как в кружева судьбы моей гляжу. Перед глазами годы вереницы, я на экране памяти хочу запечатлеть знакомые мне лица, и как молитву имена шепчу. Иду дорогой, будто по музею, друзей моих все шире, шире круг, и взгляд свой оторвать не смею от лиц, смотрящих на меня подруг. Мелькают кадры, плотняя время, и судьбы наши в нем переплелись. Мы вместе сообща несем то бремя, которому одно название – жизнь. Дорогие друзья, я еще не все знаки это сказал колумбовским, что предвещало. У нас вот сегодня ведущая трапезника Валентина Федоровна, завтра ей день рождения. Вот вы и цветы. А вам спасибо. Все, больше вы не будете ничего говорить? Так, ну тогда мы заканчиваем. Спасибо большое за внимание ко мне. Жизнь, она не стоит на месте, и об этом не нам судить. Люди пишут стихи и песни, и Колумб продолжает жить. А сейчас мы все вместе споем песню. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мы тех сегодня.
Спасибо.